Большой рояль для самых маленьких. Полина Кловская пока только в 3-м классе музыкальной школы. Музыка в ее семье звучит из поколения в поколение. Занятия на фортепиано выбрала по примеру своей старшей сестры. Выступать на школьной сцене за большим роялем уже приходилось. Зачеты и классные концерты, хоть и волнительное, но всегда приятное событие. Когда вырасту, хотела вот у себя дома прям поставить рояль, чтобы там просыпаться с утра, завтракать и играть сразу потом. Новый рояль японского производства в концертном зале школы соседствует со старшим братом. Он появился здесь на 5 лет раньше. По своим габаритам новичок крупнее, поэтому и звук объемнее. Однако для школы оба дороги одинаково. Появление нового инструмента – всегда большое событие для музыкантов. Тем более, когда речь идет о профессиональном рояле высокого качества. В музыкальной школе имени Глинки за новый рояль чаще всего будут садиться опытные музыканты. Мастер-классы для юных дарований на таком инструменте станут отличным уроком. Старшеклассники, которые нацелены на, скажем, дальнейшее продолжение музыкальной карьеры, сразу почувствовали разницу, конечно, да, и об этом говорили. Он прекрасно озвучивает наш зал. Рояли, концертные баяны и инструменты для народного оркестра. Почти 90 музыкальных единиц для школ Самары закупили за счет городского бюджета. Инструменты разошлись по учебным заведениям промышленного, советского и других районов Самары. Музыкальные школы теперь обладают надежной базой для подготовки ребят к городским и областным конкурсам. Возможно, в недалеком будущем имена этих музыкантов украсят городские афиши. Анастасия Зубарева, Дмитрий Тарасов. События.